Делаю попытку по рецепту из интернета сделать банановые кексы. Форму смазала маслом. Не обращаем внимания, что форма такая, она уже старенькая. Она силиконовая, но, видимо, все-таки она со временем вот так портится. Не отмывается это. В общем, смешала бананы, сода, яйца, сахар. Что еще здесь? Масло растопленное. Соль чуть-чуть, совсем немножко. По-моему, все. Сейчас вот эту всю смесь буду смешивать с мукой. Вот, с мукой. Альберт тут делает антипростудную смесь. Чеснок с майонезом. Да-да, с майонезом. Мы любим такую вещь. Чеснок, майонез и перец. Вкусняшечек. А это тут лезет, как обычно, куда не надо. Сует везде свой нос, любопытный нос. Разбила нам сегодня стакан. Молодец. Посуда бьется на счастье. Так, ну что, выливаем и смешиваем с мукой. Смесь такого цвета не очень приятного. Цвет детской неожиданности. Ну, это банан придает такой цвет. Запахи. Здесь обалденно пахнет. И здесь обалденно пахнет. И не знаешь, куда кинуться. То ли чеснок нюхать, то ли банановую смесь. Я не знаю, помогает ли вот эта сеялка процеживать как-то муку, но у меня никогда не остается в ней ничего. Ни камушков никаких, ни комочков. Говорят, вроде бы, как она насыщает кислородом муку. Но опять же, я читала и обратную версию, что толку от нее вообще никакого нету. Так, в общем, мука. Хватит? Нет, не хватит. Чем острее, тем лучше. Уж наверняка, чтоб продрало все. Хватит? Давай еще немножко. Хватит? Ну, сына. Немножко. Хватит? Здесь я мешаю. Здесь тебе мешает. На краешек старайся, чтобы тебя вот сюда, вот чтобы тебя не попадало. Вот надо стараться, чтобы не попадало. Да не надо так делать. Вот. Вот так делаешь. Краешек. И вот так сразу же. Хопана. Теперь смотри, вот так хопс, и все. Здесь вот она пригорит. Ну посмотрим, что у нас получится. Так-то хочется, чтобы вкусненько получилось. Форма, конечно, страшная какая. Они стояли в духовке 50 минут. Боже, как же я надеюсь, что они внутри не сырые. Ну, было 180 градусов. Посмотрим сейчас. Так, я совершенно забыла, как достается из этой формы выпечка, потому что я ей не пользовалась уже много-много лет. Она на хлеб лежала. Похоже. На хлеб похоже. Мы делаем вот так. И затем делаем как? Достаешь. А, все просто. Смотри, какая прелесть. Хорошенькие. Самое главное, чтобы они теперь не оказались сырыми внутри. Блин, если они сырые, я буду плакать. Они сырые. Я прям ножом чувствую, что они сырые. Они сырые. Блин. Ну что, возвращаем в духовку. Может быть, увеличить количество не времени, а градусов. Я надеюсь, что им это не повредило, то, что я их достала. Попробуем увеличить градус. Вот так вот. Ну вот, что получилось. Вкусненькие. Достояли они немножко у меня. Печи. Запеклись. Вкусные. Влажные, потому что все-таки это банан. Но не совсем сырые. Теперь уже хорошо попеклись.